Единая политика, единое развитие территории. В Краснозаводске прошли публичные слушания по вопросу формирования городского округа Сергиев Посад. Такое решение уже приняли 10 поселений района из 12. Остались Богородская и Краснозаводск. На публичные слушания пришли жители и депутаты Краснозаводского городского совета, а также представители районной власти. Процедура следующая. Сначала проходят публичные слушания, затем свое согласие о преобразовании в округ дает Совет депутатов и Московская областная дума. Муниципальная реформа проходит во многих регионах страны. В Московской области из 66 муниципалитетов осталось только 7 районов. Причем в 6 уже идет формирование городского округа. По словам Михаила Токарева, территории, которые уже объединились, имеют приоритет при получении дополнительных дотаций из областного бюджета. Расчетный объем доходов бюджета городского округа будет равен консолидированному бюджету района на сегодняшний день. Ориентировочно составит более 4,5 миллиардов рублей. Это без учета тех дотаций, межбюджетных трансфертов, которые нам ежегодно приходят из Московской области. Либо более 9, если бы точно, на 2019 год 9,5 миллиардов рублей консолидированы с их учетом. В случае преобразования в округ жителям не придется менять документы. Регистрация останется прежней. Останутся и территориальные подразделения администрации на местах. В настоящее время Краснозаводск участвует в 5 областных программах. В рамках городского округа их будет не менее 10. В Краснозаводске на публичные слушания зарегистрировалось 148 человек. В результате голосования за округ проголосовало 140 человек. 7 против, 1 воздержался. Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов. Программа «События».